Следующий продукт, наличие которого в рационе очень желательно – топинамбур. Топинамбур – это растение, комплексно действующее на многие системы организма. Химический состав топинамбура позволяет использовать его как катализатор для активации многих других продуктов питания. Топинамбур способен нейтрализовывать негативные последствия воздействия окружающей среды и выводить из организма соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды и избыток холестерина. Это делает целесообразным включение в рацион питания топинамбура жителями больших городов с неблагоприятной экологической обстановкой. Такой антитоксический эффект топинамбура обусловлен совместными действиями инулина и клетчатки, входящих в его состав. Особенно ценится в топинамбуре то, что его корнеплоды богаты природным аналогом инсулина инулином. Соком топинамбура лечат полиартриты. Он обладает выраженным противовоспалительным действием. Сок принимают по утрам, по 2 столовые ложки, смешав с медом. Хранить сок в холодильнике не более 2 суток. Вместо сока можно использовать квас. Нарезанные кубиками топинамбур залить холодной кипяченой водой и поставить в теплое место на 3-4 дня. Пить по 1-2 стакана в день. Топинамбур хорошо помогает при подагре, мочекаменной болезни, анемии, отложении солей, ожирении. Отвар топинамбура понижает уровень сахара в крови, снижает давление, повышает гемоглобин, благотворно влияет на поджелудочную железу. Одной из важных особенностей топинамбура или земляной груши является сбалансированность ее по микро- и макроэлементному составу. Наличие некоторых микроэлементов в органическом виде позволяет топинамбуру быть одним из главных овощей в рационе человека. Например, кремний. Кремний – этот минерал абсолютно незаменим. Он необходим для формирования коллагена, белка соединительной ткани. Он способствует питанию и здоровью волос, ногтей и кожи, помогает костям поглощать кальций. Более 70 элементов периодической таблицы не усваиваются, если в организме не хватает кремния. Едят топинамбур в любом виде. Он вкусный в сыром виде, в различных салатах. Топинамбур варят, жарят, тушат, солят и маринуют. В любом виде топинамбур приятно разнообразит ваше меню, плюс приносит пользу вашему здоровью. Это по-настоящему полезный продукт для здорового питания. Полезно заготовить впрок порошок из клубней топинамбура, чтобы впоследствии использовать его как приправу к различным блюдам, а также для приготовления соусов, подлив и целебных напитков.